А все, уже убрала, да? Давайте я вам покажу, рум-тур проведу. Вместе с вами мы с камеры полетим. Вот наш MacBook, собственно говоря. Оп, это вы. Вот тут вы стоите. На таком пуфике. Там еду покажи, что мы не доели. А, да, мы не доели еще сэндвич. Кстати, сэндвич очень неплохой на самом деле. Тут, смотрите, тут и хлебушек, омлетик, сырок, колбаска, еще хлебушек, помидорки, огурчики, курочка. Ну, то есть, довольно-таки большой, богатый. Там еще картошка фри была и так далее. Все это за 16 лари. Домашний такой бутербродик. В какой-то интересной позе нас сидишь. Да, а, от ноутбука длины не хватит провода, чтобы им показать. Давай, я покажу. О, мышка только аккуратная. А что-то свет не включен. О, ребят, а вот это наша спальня. Тут, собственно, холодильничек, чайничек. Что тут есть? Да ничего особо и нет. И вот такая вот спальная комната. Опа. Опа. В принципе, все необходимое есть. Мне нравится, уютно. Балкончик. Пойдем на балкон. Вот так вот вы перемещаетесь. Ай, наступила на провод. Ну давай, да, вырубим стрим нахрен. Игрушки Ханины тут валяются. И вот такой вот балкончик с таким вот видом. Там вот столик со стульчиками. А, длины не хватает. Короче, балкон большой, а вот здесь лифт стеклянный. Дождь? Снег! Снег, да, в Грузии снег. В Москве теплее, чем в Грузии сейчас. Приехали в жаркую страну, называется, я говорю постоянно. Вот тут телек. Диванчик мягкий, удобный, кстати говоря. Там вход. Нет, неудобный. Кондиционером управление. Диван неудобный. А мне очень удобный. А мне вообще неудобный. Да. Ну и тут туалет. Туалет я вам сильно показывать не буду. Думаю, вы и так все понимаете сами. Вон душ. И вон туалет. Все. Показали. Ставим обратно вас. Кайф, прошлый балкон был круче. Но мы особо не выбирали. Нам что, предложили, что у них было? Нет, ну тут зато номер был больше, как бы. Здесь просто отдельная комната еще есть, видите, с диванчиком, чтобы... Ой, блин, подстримить. Все окей? It's okay. It's okay? It's okay. Свет не выключен нигде. Мы же за электричество платим, обязательно свет надо везде выключить. И чтобы эхо не было. А.